Деревни Кивкасы Аликовского округа ночью наблюдали настоящее полярное сияние. Уникальное явление запечатлел фотограф Константин Григорьев. К слову, жители региона уже не впервые видят в небе яркие краски. Такое астрономическое явление в республике отмечалось в декабре и в конце апреля этого года. Во дворе по улице Пролетарской поселилась гадюка. Обеспокоенные жители ядовитую гостью испугались и сразу вызвали поисково-спасательную службу. Однако к моменту приезда специалистов змея уже уползла, и найти ее не получилось. На Новосельском пляже отдыхающие встретили жука-богомола. Насекомое не ядовитое, для человека опасности не представляет. Однако все же не стоит брать его в руки. Испуганный богомол может и укусить. Купальный сезон в самом разгаре. Погода так и манит побаловать себя водными процедурами. А вот на Волге уже буквально можно принимать зеленые ванны, шутят чебоксарцы.